Итак, привет, братишки мои сестры, с вами снова я. Это Cuisine Royale, Battle Royale, Cuisine Royale. Давайте сегодня, смотрите, мы уже где-то высадились. В живых у нас 37 человек, которых нам, с которыми нам нужно что-то сделать. Пока мне этот Battle Royale, пока этот Battle Royale не надоел, пока это все еще интересно, живо, динамично, бодро, решил сделать еще один стрим. Где-то на час, плюс-минус. Сыграем с тобой одну-две каточки. Получим удовольствие и побежим дальше по своим делам. Как у тебя дела? Рассказывай, чего у тебя новенького? О, так, кольт нашли. То есть уже какое-то оружие у нас есть. Это ведь хорошо, правильно? Этот домик мы облазили. Пойдем куда-то еще. Поселок называется Le Commune. Опа. Так, ладно. Он оббегает. У меня просто нету оружия вообще. У меня из оружия топор. О! Ой, зря ты это сделал. Ну все, собака. Так, ты видел, куда он пошел? Он где-то здесь был. У тебя что, оружия не было? Серьезно? А, у него магазины. Или у нее. Уже это совершенно не имеет никакого значения. Но, по-моему, та моделька... тот, кто за нами гонялся, был мужчина. Так, мы находимся в зоне, можно сбегать. Так, секундочку. Аккуратно смотрим. Так, почему-то все бежали вот сюда. Давай сюда действительно сбегаем. Возможно, тот парнишка тоже там. Ведь мы сегодня пришли ради чего? Правильно, ради мяса, ради убийств. Я вообще нахожусь в ожидании камеры. Я так хочу кое-что поснимать. У меня появляются каждый день какие-то новые интересные идеи. И я ими хочу с тобой поделиться. Но для того, чтобы ими поделиться, нужно их сделать, правильно? Даже если ты один на моем канале. Я же с тобой общаюсь как с одним человеком. Мне совершенно не важно, сколько людей меня смотрят. Главное, что меня смотришь ты. Потому что я это делаю, по сути, конкретно для вот тебя. Да, вот тебя. Вот ты сейчас смотришь, как я забегаю наверх. А я это все делаю для тебя. Не, вообще делаю для себя, как бы, но с целью для тебя. Мне интересно, чтобы тебе было хорошо. А здесь так. Оба, побежим-ка, глянем. Так, тут уже облазили все, что только могли. И темно так резко стало. Так, дружище, что тут, перестрелки здесь? Ага, да-да-да-да-да, с этого бункера по-любому. По-любасу здесь кто-то сидит, шкерится. Заглянем? Конечно, заглянем. Главное, чтобы нас не прибили, походу. Ой, так резко темно стало.
стрельба и оттуда. И отсюда. Так, там машина, но это не на ходу машина. Хм. Где же вы, лисички и собачки? Окей, глянем, что у нас здесь. Нам нужны патроны, у нас... О, еда. Кстати, нам же нужна еда, правильно? Так, нет куда вешать прицел, но главное, что у нас есть... так что двигаемся, двигаемся дальше. Еще один прицел. Хорошо, да не достанется же ты никому. Бежим, бежим, прячемся. Здесь одни, у нас нет оружия вообще. Один нож. Здесь бегает братик. Все патроны. Опа! Так, ну что, дубль 2? Так, я там увидел оружие. Опа, он там все еще сидит. Подлечимся. Мне главное, что мы сейчас, да, мы тратим жизни, но он же тратит патроны вместе с нами. Есть, убили. Еще минус один. На бомбу поподбирал. Что-то. Так, все, пособирали. Аптечки у нас есть, еда у нас есть, все, движемся. Так, 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 интересно, кстати, вес влияет на ту скорость, с которой мы двигаемся? Наверное, что влияет, потому что зацени, какой я медленный стал. Так, займем позицию. Спрячемся с тобой где-то сейчас на секундочку. Разберусь с лутом, потому что... О, жесть. Много всего. Так, прицел, ПСО, кольт, еда. Еды много, прицелы есть. Хорошо, но нам все это не нужно. Опа, опа. Офигеть. Вот это люфтваффе, блин. Так, я, наверное, Спрингфилд возьму. Или Том. Не, Спрингфилд. А к нему нету патронов. Ага.
Давай Томпсон. К Томпсону у нас есть патроны. Ну и правда, я стал такой более медлительным, чем был до этого. Так, а если мы еще раз прилежем, мы так встретим еще кого-нибудь? Что по снаряге? У нас есть еда, у нас есть патроны. А, по сути, у нас есть все, что... О, у нас полная броня. Да, эта броня нас замедляет. Скорее всего. С каким оружием будем ходить? Возьмем Томпсон. Давай будем с Томпсоном, зарядим пистолет. О, там перестреливаются. Перестреливаются чуваки. Вот так вот. Вот так вот мы с тобой остались без патронов. И он, наверное, тоже. Я очень на это надеюсь. Есть, убили. Очень и очень вовремя. Есть, у него есть люфтваффе, я не знаю, что такое дриллинг. Люфтваффе, дриллинг. Но главное что? Главное, чтобы у нас... Так, М3 субмашин. Есть патроны? У него что? Ну, Клюгеру есть. Ладно, у него Вальтер, окей. Это все очень круто. Но у нас, по сути, однозарядное ружье осталось. И пистолет. Это все. В плане вообще все. Так, что, подлечимся? Ой, зона сужается уже. Сужается она, ну, как-то не особо в нашу пользу. Жесть. Чуть-чуть не добили его все-таки. А, тупо из-за того, что зона подпирала. Видели, да, прокосил немножко. Ну, это было близко. Это было близко. Даже неплохо, я сказал бы. А, ну хорошо, давай еще раз. Ну что, ребята, готовы к мясу? Я нет. Ладно. Готовы, погнали. Итак, бабочка. Наверное, это у нас бабочка, это... Пролетала бабочка. Итак, летим. Заряжаемся снарягой. А, в прошлый раз у нас было, в принципе, достаточно всего, но вот... А, вот это использование, ну... В общем, нельзя здесь зажимать в сторону противника, как это делается где-то еще. Нельзя так делать. Увы, ях. Я все патроны на одного потратил. Зато с пистолета добил потом, неплохо было. То есть надо целиться, в общем. О, сковорода. Зацени эти звуки. Звуки светового меча. Ты знаешь, кстати, Enlisted Battle Royale, это Cuisine Royale, который мы сейчас играем, это изначально шутка.
Шутка Гайзен Entertainment, это ребята, которые делают War Thunder, например. Это просто первоапрельская такая шуточка, то есть изначально... Йо! И вот я шут... Вот и нам шуточка. Так, хорошо, в общем, изначально это была шутка. Есть такая игра Enlisted, которую они выпускают, и вот они на основе недоработанной игры, которая у них была, решили сделать вот то, что мы видим сейчас. Просто такой шуточный формат. Значит так, я сейчас вернусь. Маленькая пауза. Так. Я так понимаю, мы уже начали, да? Привет опять, ребята. Я снова с вами. Понеслась жара по трубам. Тут уже зона сузилась. В живых 35. Но нам, похоже, повезло. Мы находимся в зоне, которая, похоже, не была залутана. Каким-то чудом. О, смотрите, вкуснейшая пицца. Мы подняли Delicious Pizza. А вот, кстати, я вспомнил, я же хотел сделать стрим на чисто английском языке, насколько это получится. Но уже поздно, значит, следующий стрим, скорее всего, будет на английском языке. А почем? Да, почем угодно. Так, есть у нас ТТ. Возможно, Cuisine Royale. Если я получу хотя бы одно приглашение постримить Cuisine Royale, возможно, я с товарищем, например, его постримлю. Тогда да. Тогда Cuisine Royale. Ой, так долго перезаряжаешься. Класс, я обожаю быстро бегать. Это, мне кажется, очень важно. Кубинская сигара, у нас поднялось здоровье. Вышел из игры? Серьезно? Я же его убить не успел. Убили. Ес, убили. Такие вот мы живодеры. Класс, неплохой пулемет. С ним сложно справиться, на самом деле. Относительно сложно. Отдача у него похуже. Но убивает он шикарно. Я же в него всего пару пуль садил. Класс. Так, ну хорошо. Ах, да, нам нужно в зону бежать будет. Йо, нам нужно бежать в зону уже сейчас. Нам нужно быть в зоне желательно. На этот момент. Ну что, братишки мои сестры, будем бежать. Может быть, здесь машина есть? Не, машины здесь нету. Так, ну хорошо, бежим. Нас по-любому сейчас накроет зона.
Конечно, он устает теперь быстрее. О, как он классно бегает, а? О, я буду очень рад, когда на основе этого, когда его доделают, это все, будет какой-то полноценный проект. Потому что War Thunder это все очень круто, но как-то вот все в жизни приедается. Вот, и как-то уже вот что-то оно не то. А вот какая-то пострелушка веселая, с разными режимами, с такой физикой, как здесь. Но это было... Опа. Там же парнишка был, да? Залетаем. Там же кто-то был. Или мне кажется. Так, ну нам машина уже не пригодится, наверное. Да хрен с тобой, зона. Доплыву. Ну давай. О, все. Ой, носом задел поп-фильтр. Как тебе этот звук? А, так, хорошо. Значит, мы забежали. Поднялись мы вверх наконец-то. А, пока что никого не видно. Так, только не говори, что теперь мы начинаем просто менять под... Мы просто меняем обоймы. Если я хочу одну обойму зарядить на 50 патронов. Здесь, ладно. А, так, хорошо. У нас есть броня, шлем, еда даже. Кстати, перекусим? Я бы перекусил, поэтому давай, братишка, ты тоже перекусишь. Так. Удовлетворим виртуально... мою физическую потребность. А, так. Кстати, если ты хочешь кушать, это очень хорошая тема. Врубаешь стрим. Готовишь кушать. И залипаешь под это все. А, так. Мы двигаемся, продвигаемся дальше. Да просто такая беготня вперед. Бежим, бежим, прорываемся. Я не знаю, тут стрельба везде. Нам нужно продвигаться вперед. Зона сжимается. У меня пока постепенно тоже... Опа! Вы это видели? Вы это видели, да? Это же просто... А патроны? Блин, это же офигенная винтовка. Черт, ну что ж, стенд тоже что-то, ну... Хотел я, конечно, с тем побегать, но если у нас нет патронов, то... Ну, только побегать и сможем, собственно говоря. Так, значит, ну у нас получается два островка, на которых мы находимся. Что можно сделать? Можно переплыть... заливей и там переждать, встретить кого-нибудь. Так, значит, выстрелы оттуда. Туда и пойдем. Явно здесь. Ой, здесь народу, похоже, есть.
Так, мы принарядились. Ну, красочно, все очень красочно, но аж даже местами чересчур, чтобы разглядеть. Черт, ну тут кто-то был, это даже не обсуждается. Почему не взяли лутбокс? Вопрос уже второй. ТТ. Окей. Все, у нас теперь есть какое-то оружие. Ага. Кто-то тут кроме меня бегает, но я никак не могу найти его. Или их, скорее даже. Давайте двигаться дальше. Окей. Окей, нам в зону туда. Нам придется несколько оббежать. Не знаю, что пойдем по воде. Ага, вот то, что я хотел сделать. Уже кто-то воду кроет. Так, по воде или по мосту? По воде или по мосту? По воде быстрее, но менее безопасно. Давай по воде, потому что времени не так уже и много. Там ребята стреляются. Я никого не вижу. Я постоянно кого-то слышу, но никого не вижу. Но я их ненавижу и до смерти боюсь. Так, кукусики. Ну, с ТНМК это тоже хорошая штука. Да, все-таки с пулемета зайдем. Кто-то здесь есть? Никто не шкерится. Так, ну быть на такой заметной точке, это не самая лучшая идея, в принципе, по любой тактике, блин. Траншеи, окопы. Так, ну что ж, давайте здесь тогда погоняем, а? Лысого. Тут, понятное дело, лут искать нет смысла. А вот людишки могут быть и с той, и с этой стороны. В живых 9 человек. Мы в зоне. А если... Вот там вот сидит парень где-нибудь. И сейчас мне в голову целится. А вот там на крыше кто-нибудь. Вопрос, нахрена мне это? Похоже, нам нужно забегать в город. Занимать позицию здесь и надеяться, что нас не закрысит никто. Так, хорошо.
Никого не вижу вообще. Зона сужается оттуда, но... Там у людей вряд ли было много. Может, один кто-то ныкался, может быть, два. Так, сидим тихо, не рыпаемся. Смотрим. Знаешь, как потеряться в супермаркете. Вот если ты потерялся в супермаркете, ну вдруг, да? Вдруг тебе 7 лет, ты смотришь мой канал и понимаешь. А в общем, если ты вдруг потерялся в супермаркете, лучше остановиться на месте и внимательно смотреть по сторонам. Вот мы сейчас потерялись в супермаркете, и нам нужно найти наших товарищей. Так, в соседнем поселке Леранжерея людей немножко пострелялось. Так, нам туда нужно двигаться в любом случае. Двигаемся с поселком. Кто-то здесь есть вообще? Может и был. Но, видимо, нет. Так, забежать сюда, наверное. А вот смысл коричневой ноты, я понял. Это чтобы не было так слышно. Мне нужно управление срочно. А, вот В. Здесь же управление под джойстик залочено, понимаешь? То есть, в принципе... А здесь можно играть в наш в этот батл рояльчик через джойстик. Это очень круто. Это прямо шикарно. Я так думаю, что ребята ползают просто. Вот какие сейчас видишь. Блин, я не хочу, чтобы меня сзади какой-то мудак подсел. Подсидел. Я лучше сам кого-то подсижу. Это что за фигня? Жесть, я же сейчас только пуль всадил. Какого черта? Какого черта? Ёлки, дайте мне за ним понаблюдать. Но почему? Почему нельзя за ним просто понаблюдать? Да ёлки. Это просто эпик. Ну что ж, давайте для... Так, шлифовочки моего такого маленького позора. Давай, отряд... В бой. А, наберем. Наберем еще 3 человека рандомных. И проиграем первые же 5 минут. Пусть нас вынес. Как тебе, кстати, видно, слышно и так далее? Нормальным? Вот, скажи мне. О, так меня смотрит... У меня 2 зрителя, у меня есть зритель, вау. Ну, приветик. Привет, братан, отпишись как-нибудь.
Скажи, как тебя зовут хотя бы? Брат, братан, братишка. Ну, ребят, я все-таки думаю, что стримы надо будет скоро прекращать. Почему? Потому что я от них схожу с ума. Просто вот сидеть, играть, вот так общаться с самим собой. Ладно, было там 110 зрителей, ну, там, 5. А так, ребят, ну, играть для того, чтобы играть, самому же как-то неинтересно, понимаете? Вот. Другое дело сделать переозвучку персонажей Варкрафта. А речевых практик есть очень много крутых упражнений для этого всего дела. И как вообще работать с микрофоном? То есть это то, что мне помогает, например, записывать нормальные подкасты для платных заказов, например, или там для себя, для портфолио, то, что я себе пишу. Есть, в общем, очень много нюансов, есть много хитростей, приколов, которые сделают эту работу легче. И вот этими вещами я хочу с тобой поделиться. И вот, кстати, один из пунктов, ну, я его не буду там называть в видео, но это тоже роляет, как я так понимаю, практика. Ну, должна быть постоянная практика, в идеале 2 часа в сутки на вот какую-то дикторскую практику. То есть для меня стрим это вот, по сути, разминка. То есть для меня это все просто разминочка, но это уже и контент, понимаешь? Вообще, если не надоест, вот пока не надоест, я буду выкладывать по 2 видео в день. Вот спорим, вот отвечаю. 2 видео в сутки буду для тебя выкладывать, дорогой. Так, кубинская сигара или... Так, жизни в общем или... Или уменьшенный дамаг от зоны. А где мы находимся? Там мы в зоне. Да, не надо. Итак, главное, что у нас сегодня четверо. Я, ты, да... Ну, тогда пятеро. Я, ты, да, 3 ноунеймом. Эскаргот. Это что ли улитка на французском? Эскарго? Лежо де сосити. Короче, какая-то ассоциация. Ладно, мы здесь все уже облазили. Ребята у нас... Ого, как ты так свистишь? Ребята у нас уже здесь. Давайте тогда... Ну, вы откуда? Вы с мансиона пришли? Или вы к мансиону? Да, вы к мансиону. Ну все, идем в мансион. Лутаемся вместе. Ну что ж, у гайдженов, есть потенциал, перспектива сделать что-то интересное. По-настоящему интересное. Потому что, знаешь, как-то одновременно... Ну, слишком большой реализм, например, местами, он все-таки задрачивает. То есть это все-таки игра. Но и мультяшность а-ля Fortnite или Minecraft, это тоже, знаешь, не для каждого. И вот найти эту золотую середину, которая зайдет максимальному количеству людей, ну, здесь, наверное, надо иметь вот такую базу, как, например, вот Enlisted, да? Вот это, как режим Enlisted получился. Итак, иметь какую-то базу, чтобы делать разные режимы. И все, и получается, например, кто-то, кто любит аркаду, пошел, порубился вот в такое, например, да? Кто-то хочет сейчас, вот хочу, например, я сейчас прям выживание такого а-ля DayZ. Окей, дайте мне такой режим, где не будет никакой подсветки, никакого худа, просто жесть, именно жесткие условия поставьте. Все, то есть вот такая вот военная база, военная тематика и разные режимы. И довольны будут все. То есть не нравится режим, не играй. Покупок от такого больше. Это интересней. Ну вот и все. То есть это есть решение этой проблемы. Другое дело, что это все приносит такие бабки на самом деле, что типа, а смысл мне заморачиваться, да? Ой, это приглашает меня в КС-очку.
Вот так вот. Меня уже приглашают в Counter-Strike, но... Но. Есть какая-то еще жизнь, кроме... Жизнь, кроме... А, ребята уже все залутали, все посмотрели. Так, ты на машинке? А, не могу не ответить. Так, ну все. Побежали, побежали, побежали. Ой, машинка, прокатишь? Смотрите, какой нимб. А, надо было все-таки брать второй нимб. Было бы два нимба в машине. Так, ну это именно здесь нас в прошлый раз убили. У нас только люгер. Но, кстати, с люгера вполне можно убить. Тут же что главное? Попасть где-то тремя пулями. Условно, в среднем. Не больше. Ты чё, охуел, блядь? Релоудинг, да. Перезаряжайся где-то в другом месте, да. Чё-чё-чё? Ой, красава, красава, молодец, спасибо. И вот, откуда мы пришли, нам туда же возвращаться. Ну, хорошо. Вот идти. Ах. Ой, ты кого-то убил? Молодец. А, у него, видимо, тоже не получилось отметить. Но захотелось. Я же ведь тоже прожимаю left everything. Знаешь, left control, left alt, left shift. Ничего, не отмечает. Ну, я про вот эту отметку сейчас. Ну, то есть, вот я что не делаю left. Нажми left. Так, нужно, наверное, отметить на карте. Давай сразу сюда бежим тогда. А, кстати, у нас тут где-то машинка была припаркована. Как вы на это смотрите? Я смотрю положительно. Я уже в зону вернусь к тому моменту, пока машина найдет. Она где-то в зоне видимо. Так, ну там ребята что-то с пулеметов перестреливаются. Это все очень круто, но... К ним нужно как-то добираться. Согласен. Так, где же была машинка у нас? А вот же она. Опа, на тачка. Погнали. Это ж точно, у всех, блин, патронов не хватит, чтобы нас перебить. Если катать на машине, ты представляешь, сколько надо пуль всадить, чтобы тебя убить, если ты едешь? Да пусть тратят свои патроны, мы будем кататься. Все, поехали. Я забрал одного, тот забрал одного. Вот. Ты куда? Айрон. Понятно, все с вами. Садитесь, прокачу. Вот чего вам в жизни не хватает? Коричневая нота. Браво. Но тут же ничего нет. Погнали.
Погнали по машинам, давай. Ай, боже, что ты творишь, чувак? Да и хрен с тобой, золотая рыбка. Приди, так приди. Поехали. Давай, направо, направо, направо. Молодец. Если кто-то водить не умеет, знаете. Я, кстати, сам все никак не пойду сдавать направо. В чем тема вообще сдачи на права? Тебе никогда не дадут сдать права, сдать на права, если ты не умеешь, если ты не проходил школу. Тебе нужно пройти автошколу, чтобы тебе дали защитить права. Я сколько людей не спрашивал, практически все говорят одно и то же, что просто тупо без автошколы они будут валить. Опа, какая машинка? Ёлки-палки. Классная. Что, ты ворота откроешь? Или тут выбить можно? Нельзя. Куда ты хочешь? Сейчас. Поехали. А, ты везешь. Ну, вези. Ты вези меня, река. На-ра-на-на-на-ра-на. Черт, нас же двое, чувак. Подожди, ребят, ну. Вот тиммейт, понимаешь, настоящий. Нашли с кем ехать, чуваком, который вообще настал на команду. Так, ну в случае чего, этот товарищ будет нашим прикрытием. Прячемся за ним и стреляем по противникам. Вот такая тактика у меня с этим чуваком будет. Потому что он немножко, мне кажется, неадекватный. Опа, нам стреляют, вижу чувака. Вылазить не буду. Хорошо, езжай так. Езжай пешком. А мы поедем на машине. Да. Ну все, мы на месте. Кроме нас здесь находится. Кроме нас здесь находится 9 человек. То есть 3 неполных команды. Но мы тупо никого не встретили, поэтому опасаться есть кого и есть что. Чувак, посидим. Ну что, ребят? Сижу, значит, вот на толкане. Вот, и подходит ко мне генерал, да? И говорит, а чё ты на толкане сидишь? Он говорит, я какаю. Ну, тогда закрывая глаза, я тоже. Короче, погнали куда? Никуда. Так, ребята, вот там. Давай-ка я здесь присядем на картаны, встретим пацанов, потрещим.
Надо очень внимательно слушать, потому что парнишка может бежать с любой стороны. Так, это кто-то или нет? Нет, вроде бы никто. Слышь, ты кто-то или никто? А, я загораживаю. Так, я так понимаю, что я загораживаю обзор карты. Что мне себя уменьшить? Я могу себя уменьшить. Смотри, как я умею делать. Смотри, фокус. Вот так вот. Тоже неплохо, да? Но у нас нету ни одной дальнобойной винтовки. Так, ну это будет последняя наша пострелушка на сегодня. Если тебе нравится, подписывайся на канал. Если получил удовольствие, ставь лайк. Если хочешь присоединиться, пообщаться, пиши комментарии. Зона тупо на нас сужается. Двери вы здесь закрыли? По-любому же не закрыли. А, нет, закрыли. Смотри, умные. Так, 7 человек. Осталось 3 человека. И мы даже ни в одной схватке не поучаствовали. Но вы же должны где-то здесь быть. Главное, что они догадываются, что мы здесь, если они не глупцы. А что по снаряге? Две обоймы здесь, две обоймы здесь, обойма здесь. Должно хватить. Должно нам хватить на сегодня. Так, ладно. Это не дело. Все четверо мы. Раз, два. А, один на крыше. Так, зона здесь. А, ёлки-палки. Высиживать, значит. Высиживать там кого-то в течение минут трех и потом умереть от. Короче, остался у нас один чувак. Пиф-паф-юэй. И как он получает люлей. Ну,
Ну, молодцы, что ж. Молодцы, ребята. Ну все, с этим мы заканчиваем. Хорошего тебе дня, отличного тебе настроения. Спасибо за компанию. Пока.